В соответствии с пунктом 1, части 5, статьи 1 закона города Москвы от 11 июля 2012 года, номер 39, о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москва отдельными полномочиями города Москвы, депутаты Совета депутатов наделены полномочиями по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа. 26 января 2023 года в Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники поступило обращение префектуры Южного административного округа города Москвы о рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в части площади НТО «Вид киоск» со специализацией «Морозко» с 6 квадратных метров на 10 квадратных метров по адресу улица Нагатинская, владение 9, корпус 1. Изменения связаны с установкой торгового павильона нового образца и большей площади. Прошу согласовать предложенное рассмотрение проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов.